На ютубе снова популярен челлендж That Girl. Он пришел с американского ТикТока. И суть заключается в том, что девушки показывают свою эстетичную утреннюю рутину. А в России девушки снимают такие видео, где становятся этими That Girl или живут одно утро как That Girl, то есть те самые девушки. Я тоже решил это попробовать, и вот что из этого вышло. Утро That Girl начинается примерно в 8 утра, и я составила такой вот небольшой план на это видео и на этот день, поэтому начинаем пить воду. Следующий пункт – это уход за собой. Все That Girl так делают каждое утро. Я, кстати, заморозила вот свою маску. Ее, по-моему, просто на глаза и лежать с ней какое-то время. В общем-то, я только что сделала эту маску, пролежала до остывания ее и слышала звуку. Вот так вот, кстати, на самом деле, я видела эффект, потому что я сейчас воскала до и после, и реально крутая штука, короче. Обычно такие девочки делают либо матчу по утрам, либо кофе. Я решила взять кофе с ТикТока, так как у меня не было матчи. В тарелке мы смешиваем 1 ложку кофе, 2 ложки сахара и немного воды. Это все мы взбиваем венчиком либо же вилкой и добавляем в теплое молоко.